Всем привет, Blender 2.91, и хотелось бы продублировать на память именно информацию. Информация с канала про ИЗО, ссылка в описании, посмотрите в оригинальном виде этот ролик. И вот больная тема именно по ремешеру вот в Blender, да? Когда мы что-то лепим, сталкиваемся с вопросом, что у нас получается нужно сетку изменять. Давайте на примере вот сферы посмотрим. Так, лифт, свет выключу, камеру выключу. И зайдем, ну давайте в Sculpt Mode. Так, здесь есть динотопа. По прошлым роликам я уже пытался в этом деле разобраться. Ссылку тоже кину в описании, как лепил. Так, и вот ремешер. Когда вы нажимаете, здесь нужно воксели выставлять. И получается, что ну, выставляете, допустим, 0,01 метр. И получается, что сетка нормально. Чуть-чуть в бок, чуть больше делаете. И сетка зашкаливает аж за миллионы. Это дело, конечно, очень потрепало нервы. Ну, тут такая информация. Значит, что вот есть у нас модель, на которой мы что-то лепим. Вот такая у нее сетка. Сочетание клавиш Shift R. Вот получается, сейчас я единицы на нампаде, Shift R нажимаем, получается вот такая у нас сетка. Мы ее можем уплотнить, можем сделать ее, ну давайте вот плотно сделаем. Нажимаем левый щелчок мыши и сочетание клавиш Ctrl R. И у нас вы видите, что сетка делает ремеш. Все гениальное просто. Спасибо за информацию каналу про ИЗО. Вот такая штукенция. Теперь можно будет работать более-менее, не нервничать по поводу вот этой сетки. Вот так теперь мы делаем. Shift-R, щелчок и Ctrl-R. Меняем сетку. Такая информация. Все, всем пока, до свидания.